Так, уважаемые коллеги, всего из 23 членов Совета, утвержденного приказом председателя ВАК Российской Федерации, у нас присутствует 16 членов Совета. Количественный кворум обеспечен. По специальности сердечно-сосудистая хирургия, гриф 140126, присутствует 5 членов Совета. Качественный кворум также обеспечен. Поэтому разрешите объявить заседание открытым. Значит, у нас на повестке дня защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Жалилова Адхама Кахрамановича на тему «Непосредственные результаты малоинвазивной реваскуляризации миокарда у женщин». Слово предоставляется ученому секретарю. Жалилов Адхам Кахраманович, 86 года рождения, гражданин Республики Узбекистан, окончил Московскую медицинскую академию с присуждением квалификации врач по специальности лечебное дело. Далее проходил обучение в интернатуре Московской медицинской академии и в клинической ординатуре в Первом Московском государственном медицинском университете. С 2012 года является аспирантом на договорной основе по специальности сердечно-сосудистой хирургии в отделении хирургического лечения БСМ малоинвазивной коронарной хирургии, где и выполнена работа под руководством доктора медицинских наук Мерзлякова. Прошла апробацию на объединенной научной конференции всех отделений, заинтересованных в этой работе. 9 октября 2012 года под председателем доктора медицинских наук профессора Сигаева официальными резидентами выступили Шумков и Старостин, оба кандидата наук. Опубликовано 8 научных работ, в том числе 3 статьи в центральной печати, рекомендованные ВАК. Экзамены в объеме кандидатского минимума все сданы на отлично. Является опытным квалифицированным специалистом исследования. Представлен документ и материал предварительной экспертизы соответствует положению ВАК. Есть какие-нибудь вопросы по справке? Нет, да? Вам предоставляется 20 минут для изложения основных положений вашей диссертации. Спасибо, Владимир Петрович. Глубоко уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляется доклад на тему «Непосредственно результаты малоинвазивной реваскуляризации миокарда у женщин». Несмотря на многочисленные исследования, посвященные проблеме хирургического лечения ИБС у женщин, выбор вида реваскуляризации миокарда у них до сих пор остается предметом противоречивых дискуссий и мнений. Это объясняется значительным увеличением количества женщин, особенно старших возрастных групп, у которых в силу тяжести клинического состояния не всегда возможно выполнение реваскуляризации миокарда в условиях ИК, а также возрастающей роли МИРМ в лечении больных ИБС. МИРМ или АКШ в условиях ИК этот вопрос является несомненно актуальным при выборе метода хирургического лечения ИБС. Так как непосредственные и отдаленные результаты коронарного шунтирования полностью зависят от качества функционирования коронарных шунтов, многие исследователи считают выполнение коронарного шунтирования у женщин в условиях ИК предпочтительным методом, позволяющим выполнить коронарные анастомозы в спокойных условиях и таким образом обеспечить надежную работу коронарных трансплантантов на долгие годы. В то же время другая группа коронарных хирургов, сторонников выполнения шунтирования на работающем сердце, считает, что именно МИРМ позволяет избежать возникновения в раннем послеоперационном периоде у женщин таких серьезных осложнений, как мозговая, почечная недостаточность, и уменьшить вероятность кровопотери, требующей переливания крови и ее компонентов. Хочется отметить, что методика хирургической реваскуляризации миокарда, применяемая в лечении ИБС, имеет свои преимущества и недостатки, тесно взаимосвязанные друг с другом, и не могут полностью исключить себя. В Российской Федерации вопрос хирургического лечения ИБС у женщин в отдельную проблему выделил академик РАН и РАМЭН Леонтонович Бакерия. Так как в различных исследованиях было показано, что хирургическое лечение ИБС у женщин связано с высокой частотой переоперационных осложнений и более высокой летальностью по сравнению с мужчинами. На данном слайде представлены наиболее значительные работы, опубликованные за 40 лет. Как видно из этих сводных данных, операционная летальность у женщин колебалась от 3 до 8%, в среднем составила 3-5%. Среди мужчин это значение переоперационной смертности было значительно меньше, с колебанием от 1 до 3%. По данным зарубежных и отечественных авторов, пожилой возраст, ургентные операции, сахарный диабет, низкий гематокрит в сочетании
с тяжелой сопутствующей патологией является одним из основных факторов риска, позволяющим предсказать увеличение ранней послеоперационной летальности при выполнении операции АКШ. Таким образом, целью нашего исследования явилась выбор оптимальной методики коронарного шунтирования у женщин, исходя из сравнительной оценки непосредственных результатов коронарного шунтирования, выполненных в условиях МИРа и условиях ИК. Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: изучить тяжесть клинических проявлений ИБС у женщин в аспекте хирургического лечения, оценить непосредственный результат коронарного шунтирования у женщин в условиях МИРа и условиях ИК. На основе оценки непосредственных результатов коронарного шунтирования в вышеуказанных группах больных рекомендовать наиболее оптимальный метод коронарного шунтирования. Клиническое обследование пациентов проводилось на госпитальном этапе и включало весь спектр диагностических методов исследования. Нами были обследованы 207 больных, из них 105 пациентам проведена реваскуляризация миокарда на работающем сердце и 102 больным в условиях ИК. В исследовании вошли только операция коронарного шунтирования, при этом сочетанная операция коронарного шунтирования и реконструкция левого желудочка, операции на парасимпатических артериях и клапанах сердца были исключены из работы. Распределение исследуемых больных по возрасту в группы МИРМ. Обращать на себя внимание отсутствие женщин в возрастной группе до 40 лет. При этом количество пациенток в возрастной группе старше 60 лет было в 1,6 раз больше, чем в возрастной группе до 60 лет. В группе Б пациенток до 60 лет составило 32%, а в возрасте старше 60 лет было 67%. Таким образом, в обеих исследуемых группах преобладали женщины 60 лет и старше. По данным клинического обследования до операции большинство больных в обеих группах относились к третьему и четвертому классу, функциональному классу стенокардии. Большинство пациентов группы А имели выраженную стенокардию, напряжение и покой. При этом средний класс составил 3-2-4. По данным анамнеза большинства исследуемых больных перенесли инфаркт миокарда в разные сроки до операции, который был подтвержден клинико-инструментальным методами исследования. Предшествующий инфаркт миокарда выявлен в группе МИРМ 30% больных, в группе ИК 25%. Мы не выявили статистически достоверных различий в основных показателях клинической тяжести ИБС. Мы оценивали факторы риска аортокоронарного шунтирования по общепринятой в настоящее время классификации Евроскор. В 40% случаев относились к категории среднего риска, а в 60% случаев к категории высокого риска в обеих группах. Достоверных различий выявлено не было. При анализе данных, выполненной эхокардиографии, подавляющее число больных имели сохранную фракцию выброса и объемные показатели левого желудочка. Лишь у 20% больных имелись фракции выброса ниже 50%. При анализе сопутствующих заболеваний в исследуемых группах мы часто выявляли наличие у пациентки нескольких сопутствующих соматических заболеваний. Наиболее часто встречающиеся сопутствующие хронические патологии являлись заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет второго типа, обструктивные заболевания легких, патология почек. В большинстве случаев частота встречаемых сопутствующих заболеваний в обеих группах была сопоставима. При сравнении в исследуемых группах полученные данные являлись статистически недостоверными, кроме большой частоты мультифокального атеросклероза в группе МИРМ. Степень поражения коронарной артерии мы оценивали по Синтакскор. До 22 баллов незначительное поражение коронарной артерии, от 22 до 32 баллов средней тяжести поражения коронарной артерии,
более 32 баллов, тяжелое поражение коронарных артерий. Особенности больных группы А явилось доминирование среднего и тяжелого поражения коронарного русла, а в группе К незначительное поражение коронарного артерии составило 22%, поражение средней степени и тяжелое поражение коронарного русла 78%. При анализе выполненных коронарограмм было выявлено многососудистые поражения коронарных артерий в группе МИРМ 69% случаев, в группе К 68% случаев. На данном слайде представлена частота поражения коронарных артерий. По частоте поражения превалировала передняя межжелудочная ветвь тупого края и правая коронарная артерия. А ствол левой коронарной артерии, поражение ствола левой коронарной артерии составило 26%. На данном слайде представлена характеристика выполненной хирургической реваскуляризации, которая свидетельствует о выполнении множественного коронарного шунтирования в обеих группах. Так как в группе МИРМ коронарное шунтирование одной и двух коронарных артерий выполнено лишь у 30% пациенток, в то же время остальным 70% случаев женщин понадобилось выполнение множественного коронарного шунтирования. В группе ИК коронарного шунтирования одной артерии выполнено лишь у 6% оперированных пациенток, остальным 94% случаев потребовалось проведение шунтирования двух и множественных коронарных артерий. Статистически достоверных различий между выполненными операциями коронарного шунтирования в двух группах больных не было выявлено. Как было выше сказано, большинство всех выполненных вмешательств в обеих группах составили операции множественного коронарного шунтирования с использованием различных видов кондуитов. В обеих группах и в большинстве операций в качестве кондуитов чаще применялись левая внутригрудная артерия и аортовены. В группе МИРМ статистически достоверно чаще использовалась ПВГ, а также комбинация ЛВГ и ПВГ. На данном слайде представлено использование техник коронарного шунтирования. Достоверно чаще в группе МИРМ для коронарного шунтирования были использованы такие технические методы, как секвенциальное и композитное шунтирование. При выполнении коронарного шунтирования в группе МИРМ интероперационное количественное показатель по всем сравнимым параметрам не уступали показателям в группе ИК. Наиболее частым интероперационным осложнением в группах МИРМ и ИК являлись нарушения ритма. Все случаи возникших нарушений ритма оккупированы медикаментозной или с помощью электроимпульсной терапии. Сравнительная оценка интероперационных осложнений у пациентов высокого риска продемонстрировала лучшие результаты в группе МИРМ. Именно невозможность лечения возникших нарушений ритма сердца явилась причиной конверсии на проведение ИК в группе МИРМ у трех женщин. У этих же пациенток в раннем послеоперационном периоде были явления сердечной недостаточности. Характеризуя ранний послеоперационный период, хочется отметить, что достоверно различия выявлены в группе ИК, что сопровождалось увеличением всех зафиксированных показателей у женщин с высоким риском по Евроскор. У категории среднего риска достоверных различий выявлено не было. У женщин с высоким операционным риском в послеоперационном периоде достоверно выше частота неврологических, легочных осложнений, а также частота наличия почечной недостаточности в группе ИК. Хочется отметить, что возникновение неврологических симптоматик в исследуемых группах напрямую зависело от наличия у больных распространенного атеросклеротического процесса в брахицефальных сосудах, а также сахарного диабета и его характера течения. Наличие легочных дисфункций в группах связано с более продолжительным нахождением больных в ОРЭД и обусловлено гипостатистическим компонентом. При активизации больных в отделении все выявленные дисфункции были купированы с помощью комплексной терапии. Возникновение послеоперационных раннего осложнений зависело от наличия у больных сахарного диабета в анамнезе и его характере течения. Все выявленные осложнения, безусловно, отразились на сроках пребывания больных в стационаре.
На данном слайде представлена структура госпитальной летальности. В общей группе летальность составила 2,4%. В группе мер летальных исходов не было, в группе ИК 4,9%. Причина смертельного исхода у двух пациентов стал острый трансмуральный инфаркт миокарда вследствие тромбоза шунток передней межжелудочной ветви, который осложнился острой сердечной и полиорганной недостаточности. Отек головного мозга с последующей полиорганной недостаточностью явился причиной смерти у одной женщины с мультифокальным атеросклерозом. Одна больная с исходно тяжелым поражением легких, ожирением третьей степени, умерла от прогрессирующей легочной недостаточности, осложнившейся полиорганной недостаточности. Также одна больная умерла на 10-е сутки после операции от острой коронарной недостаточности и тяжелых нарушений сердечного ритма. Все три выполненных на операции шунта функционировали нормально. Следует отметить, что у больных категории среднего риска летальных исходов не было в обеих группах. Срок пребывания пациентов в стационаре в группе миром количество койко-дней после операции в среднем составило 8,5 дней, общее количество койко-дней составило 12 дней. А в группе К количество койко-дней после операции 12 дней и общее количество койко-дней составило 18. Также мы провели многовариантный логистический регрессионный анализ. Выявили 10 основных факторов, однако значение для каждой группы МИРМ и ИК было различными. Так, если для таких факторов, как артериальная гипертензия, заболевание легкий инфаркт миокарда, до операции степень риска осложнений была практически аналогичной, то в ряде таких факторов, как возраст пациента более 65 лет, заболевание почек, ожирение, низкосердечный выброс и поражение ствола левой коронарной артерии было выявлено существенное различие. На данном слайде приведены данные динамика функционального класса стенокардии до и после операции. Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии стенокардии в группах МИРМ в 93% случаев и лишь у 7% оставались редкие приступы стенокардии напряжения. В группе ИК 91% случаев пациентов при выписке отметили улучшение своего клинического состояния по сравнению с дооперационным, и лишь у 4% пациентов сохранялись редкие приступы стенокардии напряжения. Подводя итог нашего исследования, можно с уверенностью сказать, что женщины больные с ИБС – непростая задача для кардиохирурга. Выполнение хирургической реваскуляризации миокарда у женщин с ИБС всегда будет сопряжено с риском для больной. Проводимые вмешательства по методике ОПКАП больным явились вполне оправданным и эффективным методом в категории больных с высоким операционным риском. Анализ собственных результатов и данные мировой литературы доказали, что очевидную эффективность вмешательств по методике ОПКАП в данной категории больных, не уступающих операциям с ИК. Ортокоронарное шунтирование по методике ОПКАП у женщин должно выполняться только кардиохирургом, имеющим большой опыт подобных вмешательств и владеющим обеими методиками выполнения реваскуляризации миокарда. Хочется отметить, что методика хирургической реваскуляризации миокарда, применяемая в лечении ИБС, имеет свои преимущества и недостатки, тесно взаимосвязаны друг с другом и не могут полностью исключить себя. Позвольте, выводы и практические рекомендации не зачитывать, так как они изложены в автореферате. Спасибо за внимание. Так, у кого возникли вопросы в процессе доклада среди членов ученого совета? Профессор Муратов. Между группами
Спасибо за вопрос, Ренат Муратович. Мы, да, наблюдали эти пациентки после операции, которых были именно такие осложнения мерцательной аритмии в обеих группах. А по наблюдениям нашим мы вообще не различали, но учитывая сопутствующие заболевания больных, например, сахарный диабет и другие заболевания, связанные с атеросклеротическим поражением в других бассейнах, это как бы усложняло состояние больных после операции. Вот такой вопрос, диаметр коронарной артерии. Как бы вы его все-таки рассматривали в аспекте перехода к операции в условиях кардиофлегии ввиду тонкости такого дистального анастомоза? Или МИР позволяет решить эту проблему без ущерба для качества анастомоза? Спасибо за интересный вопрос. МИРМ не всегда позволяет оперировать, как бы делать такие операции, потому что все-таки тонкие артерии усложняют именно технические моменты наложения анастомоза. А лучше эти анастомозы выполнять в условиях ИК. Ну, еще существуют разные данные мировые. Недавно вот выступление Дэвида Таггарта, у него вот 80% он выполняет свои операции на работающем сердце, а в 20% случаев с ИК. Они пациенты, вот, как вы говорили, именно малые диаметры артерии и с высоким объемом КДО. Это уже показатели как бы являются противопоказанием. Еще, пожалуйста, вопрос. Есть у присутствующих? Пожалуйста, представьтесь только. Спасибо за вопрос. Оценка этих пациентов от 60 лет мы учитывали из-за того, что так как все тяжести больных мы оценивали по Евроскор. Именно по Евроскор от 60 лет начинается как бы по балльной системе. И в этом возрасте уже начинается как бы больше сопутствующих заболеваний и ИБС у женщин. Еще, пожалуйста, вопросы есть? Нет вопросов. Присаживайтесь. Слово предоставляется научному руководителю, доктору медицинских наук Мерзлякову Вадиму Юрьевичу. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые члены ученого совета. Доктор Адхам Кахраманович зарекомендовал себя как очень хороший доктор, который выполняет все функциональные обязанности врача отделения коронарной хирургии, и параллельно с этим как довольно серьезный ученый. Человек закончил ординатуру и досрочно заканчивает аспирантуру, подготовил вполне приличную диссертацию и параллельно с этим несколько раз представлял наш институт и наше отделение на зарубежных форумах, выступал, делал научные доклады на научные тематики, которыми занимается наше отделение. И, как я уже сказал, вполне достойный врач. Спасибо. Спасибо, Вадим Юрьевич. Так,
Слово предоставляется ученому секретарю для оглашения письменных отзывов, поступивших в наш ученый совет на диссертацию и автореферат. В диссертационном совете имеется заключение организации, в которой выполнена работа, Федеральный государственный бюджетный учреждение научный центр стерильной сосудистой хирургии имени Бакулева. В этом заключении подчеркивается актуальность темы исследования, связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ, диссертационная работа проведена в рамках комплексной темы «Малоинвазивная реверсализация миокарда у больных высокого риска», которая включена в план научно-исследовательских работ научного центра сердечно-сосудистой хирургии. Также отмечается конкретное участие автора полученных научных результатов, принимал непосредственную участие при проведении ряда операций у обследованных больных, клиническом обследовании пациентов, статистической обработке материала, подробно изучена современная литература по проблеме, проведен обобщение, тщательный анализ полученных результатов, сформулированы обоснованные выводы и рекомендации. Также отмечается степень научной новизны, является первым в нашей стране клиническим исследованием, в котором на большом клиническом материале обобщен опыт хирургического лечения больных ИБС женщин методиками коронаршутирования СК и коронаршутирования в условиях малоинвазивной реверсализации миокарда. Изучены особенности клинических проявлений ИБС в аспекте хирургического лечения, также непосредственно результаты хирургического лечения. И что особенно важно, дана сравнительная оценка непосредственных результатов двух методов – коронаршутирования в условиях ЭК и коронаршутирования на работающем сердце. На основании оценки непосредственных результатов показано преимущество коронаршутирования в условиях малоинвазивной реверсализации миокарда в лечении больных ИБС женщин по сравнению с коронаршунтированием в условиях искусственного кровообращения. Все предложения, изложенные в диссертации, внедрены в клиническую практику научного центра Бакулева, они могут быть использованы в других кардиохирургических центрах. Опубликовано 8 работ, 3 статьи, которые полностью отражают содержание диссертации. И собрание заключило, что диссертация является законченной коллекционной работой, в которой сделан важный практический вывод, доминирующая роль коронарного шунтирования в условиях МИР в лечении больных ишемической болезнью сердца. Заключение было принято на заседании Объединенной научной конференции ряда отделений, занимающихся хирургическим лечением ИБС. Присутствовало на заседании 40 человек, все за. Апробация проведена под председательством Сига Игоря Юрьевича, руководителя отделения хирургии сочинных заболеваний коронарных магистральных артерий нашего центра. Поступил отзыв ведущего учреждения научно-практической значимости диссертации. Отзыв был дан Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом имени Владимирского. Подписан заведующим отделением хирургии сосудов и ИБС Государственного бюджетного учреждения Московский областной научно-клинический институт имени Владимирского, доктором медицинского, профессором Казанчаном. Отзыв был рассмотрен и обсужден на конференции научных сотрудников врачей отделения хирургии сосудов и ИБС именно этого центра. Также, как и в предыдущем, обосновывается актуальность темы диссертации, подчеркивается степень научной новизны и полученных рекомендаций, а также практическая значимость рекомендаций по дальнейшему использованию результатов и выводов. Представленные данные дают возможность оценить целесообразность выполнения хирургии с реверсализацией миокарда на рабочем сердце у женщин. Могут быть использованы результаты в кардиохирургических клиниках. И заключает, что диссертация является научно-коллекционной работой, содержит решение актуальной научно-практической задачи, имеющей существенное значение для сердечно-сосудистой хирургии, где автор доказал, что выполнение операции хирургической реверсализации миокарда по малоинвазивной методике является эффективным и безопасным методом лечения ИБС у женщин. Диссертация соответствует всем положениям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а автор достоин присуждения искомой степени по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Поступил отзыв на автореферат от руководителя центра в Ростове, заслуженного врача Российской Федерации, доктора меднаук, профессора Дюжикова. Отзыв подробный и положительно характеризует материал. Замечаний не содержит, рекомендую диссертацию положительным решением по защите. Все, да.
Ну, поскольку замечаний нет, мы можем перейти к обсуждению. И разрешите предоставить слово официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору Жбанову Игорю Юрьевичу. Глубокоуважаемый Владимир Петрович, член ученого совета, коллеги. Тема прекрасного пола неисчерпаема в русской литературе. Она также неисчерпаема и в кардиохирургии, в коронарной хирургии. Я еще помню, наверное, это уже достаточно долго было. Давно это было, когда я выступал оппонентом на докторской диссертации, небезызвестный доктор Коваленко. Он ввел в этой диссертации такие, ну, оценивая коронарное русло у больных, у женщин, распределяя их в зависимости от патогенеза развития ишемической болезни сердца у женщин молодого возраста, у женщин пожилого возраста. У молодого возраста, как правило, поражение очень серьезное, диффузное, как правило, обусловлено часто очень наследственными гиперхолестеринемией. А у пожилых женщин она развивается уже вследствие того, что гормональный фон перестает защищать ее от метаболических нарушений, и болезнь протекает достаточно тяжело. И даже я помню, он ввел такое понятие, которое мне просто въелось в память, оно называлось коронарная артерия, зато широкий, это понятие он ввел, назвал ее сенильная дилатация коронарных артерий. Вот. Так что я это очень запомнил, иногда вот оперируешь таких действительно артерий, большие, широкие, вспоминаешь Коваленко, добрым словом, без всякой иронии совершенно. Вот, это не общепринятое мнение, но мнение очень распространенное, распространенное настолько, что в системе Евроскор, как в предыдущей версии, так и в современной, женский пол выделен как фактор риска операции коронарного шунтирования. Можно долго по этому поводу спорить, но это действительно так. И поэтому любая попытка снизить и нивелировать этот риск делает исследование, в которое реализована эта попытка, исследование весьма актуальным, поэтому, естественно, конечно, представленное исследование, оно действительно является актуальным и насущным. Я думаю, что цель исследования достигнута тем, что те результаты, которые показаны в сравнении с традиционным аутовенозным, в сравнении с традиционным коронарным шунтированием в условиях искусственного кровообращения, показывают, что летальность минимизирована с помощью минимально инвазивной хирургии, число осложнений значительно снижено, результаты улучшены, и, соответственно, фактор риска этот можно считать ликвидированным. С посредством, если, конечно, ты можешь выполнять операции без искусственного кровообращения. И правильно автор говорит о том, что действительно эту операцию должны выполнять люди, которые, хирурги, которые обладают большим и качественным опытом выполнения таких вмешательств. Вот, поэтому по сути своей диссертация является таким классным трудом, который является действительно актуальным и достигающим своей цели. А то, что касается структуры исследования, она является традиционной, классической. Написано оно в диссертационном стиле и состоит из введения трех глав и обсуждение полученных результатов с выводами и практическими рекомендациями. Работа написана нормальным языком, она читается достаточно спокойно и хорошо иллюстрирована таблицами и рисунками. К содержанию из каждой главы у меня никаких претензий нет. Я считаю, что выводы и практические рекомендации полностью соответствуют поставленным задачам и цели работы, и, соответственно, автор абсолютно заслуживает искомой степени. У меня принципиальных замечаний нет. Спасибо, Игорь Юрьевич. Вам слово для ответа официальному оппоненту. Я бы хотел искренне поблагодарить профессора Жбанова Игоря Викторовича за огромный труд, по моей оценке, нашей работы.
и предоставлен положительный отзыв. Спасибо большое. Так, слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских наук Захаревичу Вячеславу Мефодьевичу. Глубоко уважаемый Владимир Петрович, уважаемые члены ученого совета, коллеги, ну, прежде всего, для меня большая честь выступать с этой трибуны. Вот. Значит, я думаю, в этой аудитории, конечно, нет нужды говорить о том, что насколько эта проблема актуальна. Всякий хирург, который оперирует коронарные артерии, вот, увидев тот набор, допустим, сопутствующей патологии, вот, сопутствующих заболеваний у пациентов женского пола, уже, так сказать, зримо и тактильно представляет эти коронарные артерии и те проблемы, с которыми он может столкнуться интраоперационно, а также в послеоперационном периоде, возможные осложнения. Вот. Конечно, женщины – это достаточно трудный контингент для коронарной хирургии, особенно возрастные. Поэтому актуальность этой проблемы сомнений не вызывает. Ну, тот вопрос, который также затрагивался относительно того, что лучше, так сказать, операции в условиях искусственного кровообращения, либо малоинвазивные технологии без искусственного кровообращения, он тоже дискутабелен, и во многом, я так думаю, это определяется пристрастием, мастерством хирурга, традициями учреждения, а также вообще, так сказать, хирургической философией подхода к лечению ишемической болезни. То есть, если мы говорим о полноте реваскуляризации, о воссоздании сосудистых бассейнов, проведении больших реконструкций, то технологические возможности МИРМ в этом плане ограничены. Ну, так сказать, это такое чуть-чуть введение. А что касается диссертации, Игорь Викторович вот дал достаточно подробную рецензию и оценку этой работы. Вот, на мой взгляд, основным интересным моментом, собственно, той ключевой точкой, на которой строится эта работа, это является сравнение результатов хирургического лечения вот этих двух, в принципе, практически сопоставимых групп. Вот, благодаря большому количеству наблюдений в каждой из этих групп удалось эти группы сформировать достаточно репрезентативными и сопоставимыми. Вот. И автор четко на основании адекватного статистического инструментария показывает преимущество выполнения малоинвазивной коронарного вмешательства у этой категории пациентов, у женщин. Вот, и показывает он снижение летальности значимое, показывает снижение количества переоперационных инфарктов, а также других нефатальных осложнений, с которыми обязательно, в общем-то, хирурги сталкиваются. Вот. Ну, диссертация построена по классическому принципу. Вот, изложено, так сказать, единственное у меня замечание возникло, вот, я не буду повторяться, вот, то, что стиль написания этой работы и язык, ну, так оставили желать лучшего, хотя на содержании и на сущностной характеристике работы, естественно, это никаким образом не сказывается и не умаляет ее значение, вот, как научного труда. Вот. В целом, мое заключение по диссертации положительное. Вот. Она соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям. Вот. А соискатель заслуживает присвоения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Мефодьевич. Так, ваше слово для ответа официальному оппоненту. Спасибо огромное вам, Вячеслав Мефодьевич, за советы, за замечания, которые были учтены мной. Спасибо огромное. Так, кто хочет обменять сомнения по поводу данной работы? Профессор Муратов, Ренат Муратович. Недавно на страницах интернета в кардиоторакальной сети после появления результатов большого многоцентрового исследования результатов МИРМ и операции СК было показано равнозначность
результатов при МИРМе и операции в условиях кардиоплегии. Но это полдела. Но очень интересная была дискуссия, и звучала она примерно так. Сторонники МИРМ писали, что, ну, слава богу, мы не хуже делаем, чем эти с искусственным кровообращением. А сторонники искусственного кровообращения писали, ну, слава богу, можно ничего не менять. Можно оперировать так же, как всю жизнь я оперировал. Поэтому это свидетельство того, что единства нет, строгих показаний, которые объективизировали хотя бы как-то выбор методики, тоже не существует. И вот все работы по мини-инвазивной ревоскуляризации миокарда, они вот все время, все годы, как публикуются, не оставляют как-то, все оставляют ощущение какого-то субъективизма в этих работах. И нет исследований рандомизированных, которые бы позволили проспективно, а не ретроспективно оценивать. Но так случилось, что Вадим Юрьевич стал руководить отделением, у которого цель была именно оценить возможности мини-инвазивной ревоскуляризации. И, в общем-то, конечно, вот такое ретроспективное исследование, оно достаточно убедительное. Я думаю, что это два разных хирурга, наверное, да, оперировали. Вот. Да, хорошо, убедительно, но когда мы рассматриваем сложные случаи ревоскуляризации, особенно у женщин в возрасте с кучей проблем сопутствующих, я склонен верить, что действительно у этих женщин именно полных, с диабетом, с ХОБЛ, наверное, все-таки искусственное кровообращение – это манипуляция не очень желательная. Особенно столкнувшись с тем, что все мы видим сейчас все больше возрастных пациентов. И, наверное, здесь даже целесообразно вообще просто оценить влияние искусственного кровообращения на именно больных с ишемической болезнью сердца и влияние на летальность, на осложнение вот таких сопутствующих факторов. Вот я бы просто вот автору, материал-то большой очень. Я бы автору порекомендовал, вот из этой группы существует метод, я не знаю, как он, до сих пор не могу найти способ его перевода, как это называется, но по-английски это называется propensity score. То есть из вот этих вот на первый взгляд идентичных групп с помощью этой методики статистики компьютерной программы выбираются две группы, которые, ну, абсолютно идентичны по всем показателям, по каким вы захотите собрать. И если вы представите данные вот абсолютно идентичных маленьких групп, они, скорее всего, в вашем материале составят по 30-35 человек, вот это вот добавит убедительности в отношении того, что вот в той группе очень трудной, что возможность избежать искусственного кровообращения, она абсолютно целесообразна. А так, я считаю, что диссертация, она добавляет нам значительных знаний в отношении, прежде всего, на первом месте, полноты ревоскуляризации, и второе, снижение летальности ранней послеоперационной, и по отсутствию переоперационных инфарктов, я считаю, что качество работы никак не страдает в условиях работы на бьющемся сердце. Я полностью поддерживаю эту работу и считаю, что она очень важна для кардиохирургии и для кардиологов, и для хирургов, которые занимаются коронарными проблемами. Спасибо. Спасибо, Ренат Муратович. Кто еще хочет обменяться мнением? Нет желающих, да? Тогда вам предоставляется заключительное слово. Я
Я бы хотел в первую очередь поблагодарить директора нашего центра, академика Ромен Иран, Илья Антоновича Бакирия, за предоставленную возможность выполнить эту работу и за помощь. Огромное спасибо диссертационному совету за возможность защититься. Огромная благодарность и признательность своему научному руководителю, доктору медицинских наук Вадиму Юрьевичу Мельзякову за помощь, за его труд и терпение. Еще большое спасибо оппонентам, профессору Жбанову Игорю Викторовичу. Огромная благодарность и доктору медицинских наук Захарьевичу Вячеславу Мефодьевичу за их огромный труд и положительный отзыв. Отдельное спасибо и сотрудникам отделения хирургического лечения ЭБС и малоинвазивной коронарной хирургии, аспирантам, ординаторам. Также хотел бы поблагодарить всех сотрудников отделения сочетанной патологии и отделения ХЛЕПС. Естественно, большое спасибо своим родителям за их поддержку и веру в меня. Спасибо огромное. Так, присаживайтесь. Вопрос передается на тайное голосование. Нам необходимо избрать счетную комиссию. Предлагается профессор Маликов Виктор Евсеевич, Ключников Иван Вячеславович и Ким Алексей Иванович. Прошу приступить к голосованию. Так, слово предоставляется председателю счетной комиссии профессору Маликову для оглашения результатов тайного голосования. Протокол заседания счетной комиссии, избранной для подсчета голосов при тайном голосовании на диссертации Жалилова Адхама Кахрамановича на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, специальность сердечно-сосудистой хирургии. На заседании присутствовало 16 членов ученого совета из 23, в том числе докторов наук по профилю рассматривали диссертации 8, розных бюллетеней 16, нерозных бюллетеней оказалось 7, в урне оказалось 16 бюллетеней и результаты голосования. За присуждение ученой степени кандидата медицинских наук за 16, против и недействительных бюллетеней нет. Кто за то, чтобы утвердить данный протокол заседания, прошу поднять руки. Кто против, воздержался, принято единогласно. Я прошу зачитать Динару Шавкатовну проект заключения по данной диссертации.
Диссертационный совет, рассмотрев документы представленные, отмечает, что на основании выполненных соискательных исследований проведена оценка непосредственных результатов выполненной хирургической реваскуляризации миокарда у женщин по малоинвазивной методике в сравнении с операцией, выполненной в условиях искусственного кровообращения. Предложено с целью снижения осложнений и летальности после операции аортокоронарного шунтирования у женщин тщательно предоперационное обследование с оценкой показателей риска по шкалам Евроскор и Синтакскор, выявление всех сопутствующих заболеваний факторов операционного риска. Доказано, что при выборе метода коронарного шунтирования у пациенток высокого риска необходимо учитывать, выполнение операции коронарного шунтирования у женщин в условиях искусственного кровообращения связано с относительно более высокой госпитальной летальностью, более высокой частотой осложнений. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано, что выполнение операции коронарного шунтирования в условиях ИК и на работающем сердце у женщин различного операционного риска связано с сопоставимой госпитальной летальностью и такими жизнеугрожающими осложнениями, как инфаркт миокарда, острый сердечный недостаточный, острая почечная недостаточность, неврологические осложнения. Доказано, что аортокоронарное шунтирование на работающем сердце через срединную стернотомию женщин может быть выполнено высокоэффективно и с небольшим операционным и ближайшим послеоперационным риском при выполнении операции закрыт опытным хирургом. Хорошо подготовлены операционной бригадой. Изучена тяжесть клинических проявлений ишемической болезни сердца у женщин в аспекте хирургического лечения. Результаты хирургического лечения БС у женщин в зависимости от реваскуляризации миокарда и операционного риска. Проведена модернизация существующих моделей и алгоритмов операционного риска, негативных клинических исходов у женщин с высоким операционным риском. Значение полученных соискателем результатов исследований для практики подтверждает тем, что определены пути решения актуальной проблемы, выбор эффективной тактики лечения пациенток с высоким операционным риском. Применение шкалы Синтакскор и Евроскор 2 позволяет снизить риски осложнений при выполнении реваскуляризации. Представленные данные показывают, что предварительная сравнительная оценка непосредственно результата коронарного шунтирования на рабочем сердце с использованием ИК у пациентов высокого риска продемонстрировала лучшие результаты в группе малоинвазивной реваскуляризации миокарда по летальности и основным жизнеугрожающим осложнениям, также потребности в гемотрансфузии, несмотря на одинаковый операционный риск и исходную тяжесть состояния. Оценка достоверности выявила, что положение, выводы и практические рекомендации обоснованы и достоверны. Это определяет достаточным числом клинических наблюдений 207 пациентов, тщательным анализом всех клинических функциональных параметров, современной статистической обработкой. Автор принимал непосредственное участие в обследовании, лечении больных, самостоятельно выполнял ряд клинико-диагностических исследований. Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Жалилова от Адхама Кахрамовича представляет собой научную коллекционную работу, которая соответствует критериям установленного положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации, и принял решение присудить Жалилову ученую степень кандидата медицинских наук. Кто за то, чтобы утвердить данный проект заключения, прошу проголосовать. Кто против, воздержался, принято единогласно. Я поздравляю, Адхам Кахрамович, вас с успешной защитой диссертации. Желаю всего самого хорошего в клинических, практических ваших деятельностях, в науке и личной жизни. Всего доброго. До свидания.